Партия «Новый исторический выбор» предлагает перейти на экономику замкнутого цикла, в которой не останется места нелегальному бизнесу. Политформирование также считает необходимым присоединение Молдовы к глобальной платформе инноваций, что приведет к развитию экономики и общества в целом. Să aducem dezvoltare prin implementarea economiei circulare, ceea ce ar scoate din umbră economia și ar liberaliza-o, ar da încredere antreprenorilor în ziua de mâine, utilizând tehnologii care să nu admită emisii de CO2 și de poluarea a mediului cu dejeuri și vom propune politici inovative pentru Republica Moldova și politici de dezvoltare și inovare a infrastructurii. Партия «Новый исторический выбор» стремится внедрить эту систему через социальную интеграцию. Таким образом, все процессы, такие как образование и медицина, будут оцифрованы, что будет противодействовать явлению коррупции. Политформирование, в которое входят потомки депортированных, также готовит для будущего парламента пакет законов о реабилитации жертв политических репрессий. Партид политик урмяза се пропуним пакеты де леч, care să faciliteze redobândirea proprietăților, retrocedarea proprietăților și reabilitarea victimilor. Партия «Новый исторический выбор» занимает 21-е место в бюллетенях для голосования.